чагерными называют большую группу морских брюхоногих моллюсков. Эти животные родственны обычным уликам и слизням, но в то же время голожаберные моллюски обладают рядом уникальных анатомических черт. По этой причине их выделяют в особый отряд, в котором насчитывается около 1000 видов. Общий принцип строения этих животных такой же, как и у садовых улиток. Основанием тела служит плоская нога-подошва, на переднем конце которой имеются стебельчатые выросты. Одна пара несет на своих концах крохотные глазки, а вторая служит органом обоняния. Обонятельные выросты, ринофоры, сравнительно велики, причем они могут одновременно улавливать и запах, и вкус.